Спасибо, извините. Да. Две новые ловушки. Ну ладно, можно и борщевую поесть, там уже не получается. Все. Приятного аппетита, борщевский у нас. А ты чеснока не хочешь? Просто как вариант. Я сижу, ем, у меня вот так вот нога одна торчит, мне пишет комментарий, а почему одна нога, где вторая? На вторую мы еще не дошли, я еще не познала дзен. Вот когда уже смогу закидывать обе, будут обе торчать, пока одна. Приятного аппетита. Одинаковые они? Да. Дядю Ваню доедаем. Я снова чихнуть хочу, не могу, в носу щекочет. Капусту дома не оказалось, я больше капусты мало добавила. А ты знаешь, что Святослав оккупировал наш балкон? Только недавно ушел оттуда. Чем ты делал? Лежал на моем диване. Наслаждался жизнью. Со школы пришел, я пойду на балкон. А с того времени там был. Знаешь, почему ты диван не купила сегодня? Почему? 69 рублей. А, почем? Да. А в прошлый раз почем брала? Что, около 100 рублей, мне кажется. Не дай здоровья. А сломаться, что ли? Была, да. Яйца взяла для куличей, масло взяла, сама думала, когда же я буду куличи делать, завтра или послезавтра, если завтра с утра до обеда, не знаю. Да уже, наверное, в пятницу приедешь, надо делать, нет? Блин, я уставшая вечно после дороги. Ну тогда в субботу будешь делать. Как выжатый лимон. Можно, ну а нам нужно еще ко дню рождения приготовиться. Не знаю, когда все успеть. Ну, в субботу я все помогу. А, в субботу я только мне надо съездить туда место. Ну, там не могу. В пятницу, если приеду пораньше, я знаешь как, если с утра все сделают пораньше, mm-hmm. я вообще не задерживаюсь ни одну секунду, сразу сажусь в машину вообще и бегом домой. Приезжаю, куличи испеку, чтобы до ночи, чтобы в субботу заниматься только подготовкой к воскресенью и все. На завтра вот представь, я с утра заведу куличи, например. Ну хотя, может, до 4 часов я их и напеку. Если я в 4 выйду, всем буду там. Рано утром, когда будешь на работу вставать, проконтролируй, чтобы я тоже встала. Только вот так вот, без слов. Просто меня толкни. Я сегодня уходил, закрывал дверь, и я все слышала, уже встала в этот момент. Святослав, наверное, уходил, потому что я раньше не ушел. А, может быть. В общем,
Просто проконтролирую, чтобы я проснулась, я сразу поставлю тесто. Я сегодня купила молоко, масло купила, ванилин купила. Единственное, что... Ну, да и муки мне хватит, на одну порцию точно хватит. Все есть. Завтра я испеку партию. Она пусть постоит. Я не буду делать глазурь. Глазурь делается на остывшие. Приеду в пятницу, сделаю глазурь. Покрою, будут готовы. Ну, а яйца можно и в субботу покрасить. Вообще, в четверг тоже красить, но можно и в субботу. А мне, я помню, каждый год, да, я в четверг пеку, в пятницу пеку, в субботу пеку. Мы все время печем, все эти три дня до Пасхи, всю дорогу съедаем. В этом году ты есть не будешь их? Да, я не буду. Заранее. Я знаю, что сделала? Вот таких малышей прям напеку. Маленьких. У меня есть такие формы совсем малышки. Мои любимые. А ты куда пошел? Я поняла. Эти банки на выброс, я их даже мыть не буду. Да? Да. Прекрасная новость. Их ставить некуда. Выбор небольшой. Закончилась лафа с балконом. Будем учиться вытягивать банки. Как ножом по сердцу, нет? Нет. Нет. А мне да. Мне знаешь, что снилось сегодня? Петергоф. Петергоф? Угу. Ничего себе. Угу. А что именно? А помнишь, мы гуляли, и там был такой, где рыбы плавали, пруд, а вот с той стороны слева был дворец, не помню чей, такой домик небольшой. Угу. Угу. Мне снилось, что от этого домика прямо к воде какой-то мост. И я понимаю, это что вот этот канал есть, да, до дворца, да? А то как будто параллельно есть еще одно, как канал, прям не канал, мостик. Можно было бы, да, в Петергоф еще разок съездить? Там еще мы не гуляли много, где? Угу. Но только вот тут прогулялись, а там же еще в ту сторону парк растягивается. Да. Он же огромный там. Можно, знаешь, что даже сделать? Экскурсию заказать. И на вот этих вот специальных, там ездят машинки, все в машинку и поехать. И с экскурсоводом. Не устанешь, помнишь, мы умотались? Лавочки все заняты. Сесть хочется. А просто макаков нету? А вот я что-то сижу прямо об этом и думаю, я не помню. Прямо всю секунду об этом думаю. А еще мы хотели в Кронштадте с ночевкой. Мне очень хочется вот за эту стену зайти посмотреть. За какую? Помнишь, мы въезжаем в Кронштадт, и по всему периметру от залива вот стена стоит. Вот мне хочется за нее зайти, посмотреть, что там. Там же есть прям проходы, люди туда идут. Мы ни разу не остановились, сколько раз были. Денег, наверное. Понятно, но хочется это увидеть. Мне в Псков очень хочется, в Изборск мне хочется. Ну, значит, надо поехать с той стороны. Карелию. Да. В этом году. Угу. Вот все это и... Там все будет по пути.
Коломне мы не были ни разу. Что в Коломне? В город. Коломна же. Ну. Ну там, вот тут близко. Ну, недалеко. Не близко, недалеко. В Казань мы хотели еще. Что-то много перечисляешь, может, я и карту географическую принеси, чтобы ты... Не, а в Казань разве не хотели? Ну, хотели, но в этом году мы, наверное, не заберемся туда. Недалеко же. Да, конечно. 600 километров. Туда сейчас вроде новую трассу делают, платку. Офигенную там, здоровенную. Да? Вот его, по идее, скоро должен закончить. Чудно. С Леной томатом готовила больше. Все. Было очень вкусно. Приятного аппетита, друзья мои. Кушайте с удовольствием.